Здравствуйте. Мы представляем интернет-магазин «Камила Бутик». На рынке Киева мы представлены уже более года. И сегодня мы хотим вам рассказать о новых сериях косметичек от Victoria's Secret. Косметичка Pink. Она составлена из материала ткань, пластмассовая змейка, и изнутри она пластиковая. То есть это позволяет косметичке вашей оставаться такой же красивой и розовенькой, даже если у вас откроется помада, либо посыпется карандаш. То есть ее легко вымыть и вычистить. Она не оставляет пятен на себе. Хотя изнутри она, снаружи она тряпичная, и поэтому ее лучше не ставить в мокрые места. Вот такая косметичка Pink с двумя кармашками. Этот получается второстепенный маленький карманчик. Также изнутри у него клеенка, как и в середине. То есть очень практичная косметичка, и цветастая, не оставляет на себе каких-либо пятен, либо разводов влаги. А вообще материал визуально похож на ткань, но по бирочке это искусственная кожа. Змейка также очень удобная, не заклинивает, пластмассовая, замочки металлические. Вот такая косметичка от Victoria's Secret, которая состоит из акрила. То есть это очень удобная вещь как для бассейна, так и для пляжа. У нее очень мягкая и интересная такая змейка с искусственной кожей. Сама молния состоит из пластика. Косметичка полностью акриловая. То есть она не промокает, не пачкается и легко моется, если вдруг запачкалась. А это отличный набор от Victoria's Secret для пляжа. Состоит трио это из трех косметичек. Получается большая для купальника, поменьше для кремчиков и самая маленькая для очков либо для телефона. Они также состоят из акрила, поэтому не промокают ни на пляже в воде, ни в бассейне, ни на раковине, если вы их оставляете. Очень практичная и удобная вещь. Всегда для девушек приятно будет иметь такую вещь. Также у нас имеются пляжные сумки. В принципе, можно сумки и заказать, любые, дорожные, рюкзаки, клатчи, любые. В данном случае у нас пляжная сумочка. Эта сумка себя очень хорошо зарекомендовала, так как она очень вместительная, очень практичная. Сюда вместятся как два больших пляжных полотенца, так и бутылка с водой, фрукты, купальники, крема для загаров, очки, журналы. В принципе, если девушка невысокого роста, сумку можно подвернуть вовнутрь, и она очень гармонично будет смотреться. Вот таким образом. Вот, она становится намного меньше, но объем ее не уменьшается в итоге. Вот, но сумочка смотрится гармонично. Эта сумка очень классно себя проявила на пляже, когда она стояла очень долго на солнце, но крема в ней остаются холодные, то есть не нагреваются. Поэтому сумку можно смело оставлять на пляже и заниматься своими делами, и возвращаться к ней уже после того, когда вы там позавтракали, поплавали, либо поспали. Это была краткая презентация о косметичках и сумках, которые у нас имеются в наличии в Киеве. Также более детально вы сможете почитать о них на нашем сайте, перейдя по ссылочке снизу видео, или в группе ВКонтакте, или при встрече в Киеве уже. Вся продукция у нас оригинальная, привезена из Америки, заказана на официальном сайте victoriasecret.com. С вами был интернет-магазин Камила Бутик. Всего хорошего, до связи!